Взяли вот такой вот мармелад. Сегодня ребенок открывает. А здесь одной штучки нет, и он открытый. Она говорит: мама, ты зачем брала мой мармелад? А я не брала, и никто не брал. То есть, получается, мы вот такое вот купили. Хочешь заработать 5000 рублей? Участвуй в проекте «Мой экшен» на АСН-24. Снимай и отправляй интересное, смешное или скандальное видео на...